10 июля этого года в 14:21 по WhatsApp ко мне пришло сообщение о том, что есть возможность заработать. И спросили, заинтересована ли я в этом. Я ответила, что да. Отправили мне ссылку, я зашла по данной ссылке, зарегистрировалась и начала выполнять задание. При выполнении данных заданий нужно было оплачивать какие-то ссылки и так далее, что я и сделала. В конце концов, при выводе денег я не смогла вывести, и с WhatsApp женщина Линда ответила мне тем, что нужно еще заплатить НДФЛ. Только в этот момент я поняла, что это мошенники, меня обманули. И на данный момент я потеряла деньги 37 474 рубля, что является для меня, пенсионера, очень большой суммой.